Здравствуйте, товарищи. Садитесь, пожалуйста. Тема сегодняшней лекции – единство мира. Единство мира. Мы должны ответить на вопрос, а в чем, собственно говоря, состоит единство мира? Но мы еще с вами не ответили, а Фридрих Энгельс ответил. Ответ у него был такой. Единство мира в его материальности. Единство мира в его материальности. Ну и как вопрос не очень понятен, и ответ тоже не очень понятен. Что надо, что это значит, что единство мира в его материальности? Смысл этого ответа состоит в том, что есть только материя, и ничего, кроме материи, нет. А как же тогда сознание? Разве сознания нет? А сознание может в самых разных формах, в том числе, скажем, то, что называется Богом, это относится к сознанию, правда? Или к вере, или к различным формам, другим общественного сознания. Они же есть, но они есть лишь как, не как нечто отдельное, наряду с материей, наряду. Их нет наряду с материей, они есть только как свойство высокоорганизованной материи. Их нет рядом. Вот это очень важное положение. Диалектика требует брать все в единстве, а не брать как рядоположенность. Вот у каждого из нас есть вес. Но не так, что вот есть я, а есть мой вес. Так, неправильно будет понимать? У каждого из нас есть рост. И когда вот проходят люди осмотр, то вот там стоит медсестра, она тут подходишь, она раз сюда и записывает. Иванов, 175. Все. Вроде как больше ничего и нет. Вот каждая фамилия – это только рост. Но рост разве существует отдельно от того, чьим ростом он является? Нет, не существует. Его нету отдельно. Он есть просто как характеристика того человека, который обладает таким ростом. Или плывет корабль. Можно сказать, что вот это движущийся корабль? Можно? Можно. Значит, имеет место движение корабля. Есть такое движение? Есть. Потому что рядом вот есть корабль, есть движение корабля. Можно так сказать, что есть корабль отдельно, а есть движение корабля отдельно? Так сказать нельзя. Я думаю, что это вот с одной стороны, когда начинаешь это разбирать, это выясняется. С другой стороны, это сразу сначала не очевидно, потому что если поставить вопрос о том, Бог есть или нет, как можно ответить? Есть. Ну, в разговоре. Вы ничего не слышали, я сказал, Бог? Ну, в нашем разговоре он сейчас есть? Есть. А существует? Это другой вопрос. Это другое. А в разговоре, конечно, есть. Потом, в Библии есть, в книгах есть, в молитвах есть, в головах у некоторых есть, у других нет. Ну, у других нет достаточно того, что в некоторых головах есть. Значит, есть. Как к этому надо относиться? Между прочим, это вот не такая пустяковинная вещь, вот вся эта, все эти события Шарли Эбдо, которые произошли во Франции, они представляют свой, ну, по меньшей мере, если самое мягкое им давать понимание и самую мягкую оценку, непонимание того, что если у кого-то в голове есть пророк Мухаммед, и вы издеваетесь над пророком Мухаммедом, то вы издеваетесь над теми людьми, у которых есть в голове пророк Мухаммед. Так или не так? Говорит, а мы свободные люди. Что, вы свободные, можно свободно издеваться над кем угодно? А у кого-то пророк Мухаммед, у кого-то Будда, у кого-то еще какой-нибудь Бог, а их много, как известно, на Земле, я имею в виду в сознании людей. Много же богов.
Поэтому, вот, скажем, в России есть и соответствующий закон, который преследует за... преследует тех людей, которые оскорбляют чувства верующих. Ну, вы можете не верить, но зачем оскорблять-то чувства тех, кто верит? Потом, если мы понимаем вообще смысл религии, смысл религии, как Маркс говорил, это вздох угнетенной твари, так придавлен человек, что он не видит выхода на земле и начинает его искать там. Но тут он смотрит только вот лампу, выше начинает смотреть. И там, где-то далеко, там вот хороший план вашей жизни. Приятно же, там есть, думают о нас, заботятся. Так и хочется, чтобы там кто-нибудь о нас заботился и за нас бы сдал бы экзамен. Неплохо было бы. Но, вот, к сожалению, он говорит, все равно. И даже если он есть, говорит, вы должны сами сдавать. Я не должен за вас сдавать экзамен. Ничем он тут в этом отношении не поможет. Ну и как люди освобождаются от веры? Разве они освобождаются от веры тем, что их вот сажают и разубеждают? Но это неверно. Когда человек, так сказать, какую-то жизненную борьбу ведет и сам улучшает свою жизнь, тогда он уже становится хозяином своей судьбы, а не ожидает, что только кто-то его спасет. Вот вы хотите спастись? Спастись, да. Неплохо, да? Все умрут, а вы спасетесь. А? Хорошо, хорошо, вы хотите. Все, кто нападает, вот миротворцы, это кто такие? Это прилетают на самолетах, с танками, и говорят, мы миротворцы. Вы тоже миротворец, что ли? Сколько же у вас танков и самолетов боевых стоит? Вы, говорит, они всегда прилетают, говорят, мы хотим, чтобы был мир во всем мире, и начинают бомбить. Сколько в Африке таких уже было приключений? Правда? Так что мы это хорошо знаем. Потому что противоречия просто так сами не исчезают. Правильно? Но мечтать об этом можно. Для этого у нас есть хорошее средство – сон. Перевернулся на другой бок – и так хорошо. Поэтому, возвращаясь к нашему крупному вопросу, который мы поставили, о единстве мира, мы на него... Именно тот ответ, который дал Энгельс, и находим, что единство мира в его материальности есть только материя, и ничего, кроме материи, рядом с ней больше нет. А то, что у материи есть разные свойства, характеристики, да, уровни организации, она же сложная, эта материя, то это само собой понятно. И значит, мы в самой материи должны искать все то, о чем мы будем говорить. Правильно? А не за пределами материи. А не за пределами материи. Но прежде чем что-то искать, что есть в этой материи, мы должны поставить вопрос, а мы можем познавать материю или нет? Если мы не можем познавать материю, я тогда останавливаюсь и ухожу. А что тогда? Или вернее так, я, допустим, не могу познавать, а вы как бы можете, поэтому я вам читать ничего не буду, потому что я не могу познавать. А экзамены вам надо сдавать, потому что вы можете познавать. Ну, раз вы можете, так и расскажите мне, на экзамене вопросы есть, я вам вопросы дал, раз вы можете сознавать. А как называется такое философское течение, которое объявляет познать мир? Мир есть, да, есть, он объективно есть, но познать его нельзя. Ну, как нам своим слабым человеческим умом можно его познать? Или, допустим, я вот своим умом не могу познать, а вашим... могучим умом, может быть, это можно познать. Как называется такое философское течение? А философия тоже великая наука. Там всякую глупость могут ввести в целое течение такое. Вроде того, как мир познать нельзя. Он есть, но познать его нельзя. То есть вот курс философии, но познать его нельзя. А поэтому не надо и спрашивать. Правильно? Логично. То есть, поэтому мы, говорит, вот познавали-познавали и поняли, что познать его нельзя, с тем мы приходим на экзамен. А вы, говорит, нам поставьте, что мы познали, что познать его нельзя. Как называется это философское течение? Оно называется агностицизм. Это не ругательство. Агностицизм. А те, кто утверждает, что познать мир нельзя, называются
агностики. Не путайте с теми, которые делают прогнозы, а эти именно агностики. А от каких это слов образовано? А это не. Агнозис – это знание. Познать нельзя. Агностики. То есть, если стоит человек на точке зрения агностицизма, то есть непознаваемости мира, то никаких для него проблем нет. Нет проблем. Раз мир не познаваем, не надо и историю изучать. Зачем изучать историю, если она непознаваема? Вообще мы зря это затеяли, все дело с университетом. Потому что он... Ну, раз ничего нельзя познать, то и не надо ни физический факультет, ни химический, ни биологический, ни геологический. Это все нелепые затеи, раз нельзя познать мир. Поэтому надо сказать, что хотя такая точка зрения существует в философии, и такое течение было, есть представители этого агностицизма, то, несмотря на это, конечно, они такого решающего места ни в философии, ни вообще в нашей жизни эти агностики не занимают. Но стихийно, вот некоторые говорят, это невозможно узнать, это невозможно измерить, это невозможно понять. Вот таких очень много разговоров, которые не оформлены, будучи философской концепцией, тем не менее есть. Правильно? Теперь некоторые из тех людей, которые стояли фактически на такой точке зрения, являются великими философами. Например, Кант. Кант вообще сложную такую имеет философию. Это у Гегеля простая. Простая только не для восприятия. Значит, в чем она у него простая? У Гегеля очень просто. Есть идея, она создала весь мир, и мир, это все можно познать. И познать идею. Все познаваемо. Нет ничего такого, что нельзя было бы познать. И вот выступает до него Кант, а Гегель, можно сказать, выступил как крупный философ именно после Канта и после Фихте. Фихте говорил, вообще есть «я», надо главную взять категорию «я». А все остальное, это я же изучаю, это я исследую. Вот вокруг меня все должно и вращаться. Так вот, Кант не объявлял. У него есть другое. У него есть, наоборот, априорная истина. Вот я у вас еще экзамен не принимал, но я знаю, что вы не знаете. То есть априорная истина. И даже можно так настолько упорствовать в этой априорной истине. Потом он придет, все изучил, а он все равно приходит, а я все равно знаю, что вы не знаете. Давайте зачетку. Неудовлетворительно. Почему? Потому что я стою на кантовской позиции априорной истины. Я заранее знаю, что он не знает. Но он знает, что если я сейчас сказал, что мне уже нельзя ему поставить плохую оценку, скажет, вы же что там такое наговорили-то? Вы куда меня подвели? Под агностицизм, под кантовскую априорную истину. Вот раз вы меня использовали как макет, модель для своих лекций, так уж теперь, пожалуйста, ставьте как положено. Так что он совершенно спокойно воспринимает, я вот вижу, что он совершенно не расстраивается, говорит, да, все, пусть говорит все, что угодно. Философы, если говорят, надо слушать спокойно, они все равно потом противоположное скажут. Это же известная диалектика. Априорные истины. И вот, дескать, у человека с рождения есть уже истины. Некоторые так и живут. Они вообще ничего не изучают, или, допустим, кол на голове им тиши, они все равно тебе будут говорить, вот я знаю, что это вот так. И спорить с ними бесполезно. Вот попробуйте со мной поспорить, если я буду утверждать, что до Луны 50 километров. Кто против? Кто со мной будет спорить? Вот, вы против? Да. Вы рискуете. Ну, давайте. Это ваше мнение такое? Это ваше мнение такое? Вы что, мерили? Вы что, мерили? Вы мерили? Нет, молодой человек, вы мерили? Да. Мерили? Чем вы мерили? Ну, это вообще обманщик, я считаю, это безобразие. Вот обман мы не можем простить. Уже на балл снижаю вам оценку экзамена. А? Чего вы такой доверчивый? Мало ли что напишут в книгах, там же все врут календари. Как откуда? У меня мнение такое. Сейчас это очень ценится. Вы разве не слушаете радио, допустим, «Эхо Москвы»? Особое мнение. Вот у меня особое мнение, что до Луны 50 километров. А почему до нее не ходит маршрут из Петербурга? А? Почему до нее маршрут из Петербурга? Так это ваше мнение.
Я его уважаю. И ваше мнение я уважаю. И что у нас получилось? Сказать? Плюрализм мнений. Плюрал – это множественный. Правильно? Плюрализм мнений. Красота. Не важно, что на самом деле. Это так считает, вы так считаете, вы так. Сейчас я анкетки раздам. И каждый напишет, сколько он считает, сколько долларов километров. А потом мы выведем среднее, как некоторые называются социологи они. Это называется социологическое обследование. Тут ничего социологического нет, конечно, это просто сбор мнений. Что думают, так сказать, сотни людей, которые об этом не думали, ничего не мерили, ничего не знают. Что они при этом об этом думают? Раньше изучали, сколько может чертей поместиться на кончике иглы. Это было более сложной задачей. А тут-то всего лишь там до Луны сколько километров. Это простая задача. Каждый может иметь мнение свое. Плюрализм мнений. Вот и все испортил Гегель, конечно, своим произведением «Наука логики», всю эту красоту. Он провозгласил, что задача состоит не в том, чтобы низвести знание до мнения, а в том, чтобы возвысить мнение до знания. И вот если мы свое мнение возвысим до знания, то есть на самом деле узнаем, сколько у нас есть физический факультет. Я, например, астрономию изучал. Вот вы не изучали астрономию, чего вы? Где вы изучали астрономию? Я на первом курсе изучал, на матмехе. Целый семестр сдавал. У нас Шаронов был такой, про него говорили, что Земля носит шаронообразную форму. Это был солидный, был очень астроном. А вы что изучали? В энциклопедии сравнили Шаронов, сам Шаронов нам сказал, а вам какой-то энциклопедии, в университете, а вам где-то в энциклопедии. Врут там, мало ли кто, фамилию-то спросили, кто там писал в энциклопедии. Ну вот и с фамилией даже не знаете, неизвестно кому поверили. Доверчивый человек. Вот говорят, женщины доверчивые, а вот есть бывает и мужчины доверчивые. Почитали где-то сколько километров и все. То есть мы что все-таки будем делать? Будем возвышать свое мнение до знания или опускать свое знание до мнения? И вот когда Гегель так сформулировал вопрос, так и хочется сказать, что Гегель тоже был умный человек, правда? Вот так сформулировал вопрос, что вот уже не хочется сводить все к тому, у кого какое мнение, правда? Хочется все-таки иметь знание. А если я знаю, а не просто имею мнение, то я освобождаюсь еще и от чего? От мнения. Потому что тогда я освобождаюсь от субъективизма, от поверхностности всякой. Потому что это уже тогда у меня не просто знание, а что? И не мнение. А как оно называется? Когда я и знаю точно, тогда это, но это уже мое личное знание. Это что тогда? Вот тогда это убеждение называется. У вас есть убеждение? Вы же не скажете, у меня убеждение, это 2×2=5. Это довольно глупо вообще слушать такое, 2×2=5. А вот насчет 2×2=4, говорит, а вот, говорит, 60 человек считает, что 2×2=7. Да хоть 700. Разве имеет значение, что считают про 2×2, если это 4? Имеет значение? Количество? Абсолютно никакого. Или что считает вот один умный человек вот так, не просто считает, а знает. А сотня дураков провозглашает прямо противоположное. И что из этого следует? Что надо вот пойти туда, что говорят сотни дураков, послушать. То есть мы с вами вообще разбираем сейчас, товарищи историки, вообще вопрос о том, как подходить к исследованию, к знанию, а не к тому, что я вот там буду просто выражать в своей работе собственное мнение. Вас интересует мое мнение? Вы за мнением пришли сюда? Ну, это было бы странно. Таких наших сходит. Сколько ходит, так сказать, профессоров тут между вами, перед вами? И каждого мнения одно, другое, другое. Ну, я так понимаю, что если вы у каждого берете какое-то знание, то вы накапливаете знания у себя. А если вы просто слушаете мнение, я думаю, вы не хуже меня можете сформулировать любое мнение. Правда? Чем ваше мнение хуже, чем... Вот мнение молодежи уже ценнее же, чем мнение, так сказать, пожилых людей. Они же уже пожили, они же пожилые. А вам еще жить? Ну, вот ваше мнение это и ценно. А наше мнение чего? Все? Не зря же называть, пожилые уже, все. И мнение ваше, и вы со своим мнением, идите, отдыхайте. То есть, речь должна идти именно о знании, а знание, конечно, не бывает
априорным. Потому что человек рождается, ну что знает ребенок, младелец, что он знает? Да он еще даже не знает, что это грудь и что это мама. Но постепенно, более того, как показывают опыты, которые прошли, как говорится, можно сказать, случайным образом, когда ребенок попадал к волкам. Вот если он до 5 лет не прожил вместе с волками, мама у него волчица там, волчица. И не грудь у него, а живот. Чего вы там путаете? Вы были когда-нибудь в волчьей стае? Нет? Грудным не были? Чего говорите? Вот не знаете, а я знаю. Но вот те, кто был в волчьей стае, потом становятся экзаменаторами. И они мучают несчастных студентов. Ничего тут непонятного. Наверняка, если кто-нибудь вам поставит плохое, скажет, вот и что-то такое нехорошее. Зверь. Так вот, возвращаемся к этому. Конечно, никакого априорного знания нет, но способность воспринимать, вот как раз способность отражать мир у ребенка грудного есть с самого начала. То есть вот грудной ребенок есть практическое опровержение агностицизма. Так? Вот вы, собственно говоря, вот его очень хорошо опровергли, вот эти свои фразы. Это я к ней как всегда придираюсь, я же не могу так не придраться ни к чему. Мне же как-то надо держать марку, а в принципе, конечно... Вы опровергли этот агностицизм очень просто, что любой ребенок потенциально способен познавать что? Все, материю он может познавать. А он как раз вот именно материю может познавать. Что он там знает, как это различается материя, кто там мама, кто не мама, какие там есть элементы, материя и все. Вот она самая простая категория для него. Потом уже начинается это усложнение, когда вы различаете в этой материи разные ее моменты, тела и так далее. Так вот, что, как замаскировал Кант, великий немецкий философ, как он замаскировал свой агностицизм? Он говорит, есть вот вещь в себе. Вот вы смотрите на какую-то вещь, но вы не можете ее познать, она вам дана ее только поверхность, а истину вы, суть ее познать вы не можете. Ее можно только созерцать, а познать ее, постигнуть ее нельзя разумом. Нельзя. И это очень красиво звучало, это вещь в себе. Дескать, если вы что-то не разобрали, философия, она философия для вас вещь в себе. Но это же красиво, я же не могу сказать. Или я должен сказать, что я этого ничего не знаю и не понимаю. Это не смотрится. А если я скажу так красиво, что философия для меня вещь в себе. Для меня. Для вас это вот, а вот для меня она вещь в себе. То есть все, что не познано, все, что не понято, и вообще все вещи Кант объявил вещами в себе. То есть суть которых познать мы не можем, углубиться в которые мы не можем. Разум наш слаб и не может постичь суть вещей. И вот Гегель, великий немецкий философ, между прочим, идеалист. А Кант где-то вот посередине застрял между идеалистом и материалистом. Вот этот великий немецкий философ говорит, ну как же мы не можем понять, что такое вещь в себе? Вот эту категорию мы, говорит, очень хорошо можем рассмотреть и разобрать. Категория вещи в себе означает, что это нельзя познавать ее, нельзя понимать ее, то есть это пустая, неживая абстракция. И не надо об этом говорить как о чем-то изысканном, потому что это нелепая просто выдумка. И выбросил ее, так сказать, из философии, как вот кошку взял за хвост и выбросил дохлую. И на этом все эти, так сказать, восхваления этой непознаваемости вещи в себе, которые начались с Канта и прекратились. На сегодняшний день вот так вот в лоб, не знаю таких философов, которые доказывали, что вообще ничего нельзя в себе именно найти, понять и познавать. Все можно познавать. То есть человечество может все познавать. Другое дело, что движение к все более глубокое познание – это такое движение, которое никогда не бывает абсолютно законченным. Правильно? Но вы 2 × 2-то умножили, а 22 на 22 еще не умножили.
и так далее. И всегда есть то, что вы еще в познании не осуществили. Поэтому процесс познания, с одной стороны, он с точки зрения возможности познания абсолютный. То есть человеческий мозг может познавать абсолютно все. Все. Может. Но за короткий срок, который отпущен каждому конкретному человеку, все он не познает. Отсюда для нас очень прямой вывод. Читайте хорошие книги, а плохие не читайте. Потому что вы хорошие не успеете прочитать. Более того, гениальные не успеете прочитать за свою жизнь. Гениальные. А общение с умными людьми, даже с теми, которые не сейчас вот живут, а с теми, которые раньше были, не проходит бесследно для тех, кто с ними общается. Тот, кто великих читает, тот находится на плечах великих, и на плечах гигантов мыслей, тогда он видит далеко. А тот, кто вот на пигмеях, так сказать, построен, на них, так сказать, опирается, ну, у него и мысли пигмейские потом будут. А человек вот способный был. Потом мы для вас, вот скажем, как людей молодых, это вопрос сейчас принципиальный. Каким путем пойти? Карабкаться все выше или падать все ниже? Так сказать, или привыкнуть к этой серости? Потому что есть, например, гении, а есть просто таланты. Вы у гения будете учиться или только у талантливых людей? Вот, товарищи из КНР, вы отличаете гении и таланты? Это что? Развитый талант. Понятно. А вот талант вообще это, талантливый человек, это какой человек? Это очень способный. С необычными способностями человек. Правильно? Разве говорит вот понятие талантливого человека, на что направлен этот талант? Не говорит. Вот берем злодея. Гитлера возьмем. Талантливый человек? Книгу написал? Кто книгу написал? Поднимите руки. А? Вот только нас двое оказалось. А что же вы не написали? Так. Картину нарисовали? Вот один. Вот видите, ох, сколько много вас, сколько вместе с ним. Так, 4, да вот, да Гитлер, 5. Сколько много уже людей, которые нарисовали картину. Талантливые люди. То есть Гитлер талантливый человек, а гений? Ну, известно изречение, что гений и злодейство несовместимы. То есть гений – это не просто талантливый человек, как вот некоторые тут говорят, хорошие люди. Хорошие люди из лучших побуждений хотят нас завести в темный лес и там бросить. Гений – это тот человек, который использовал свои необыкновенные способности для того, фактически, по факту истории, для того, чтобы продвинуть человечество вперед в какой-то области деятельности, в любой. Вот тот человек, который действительно продвинул, тот гений, а который талантливый, все пытался, так оригинально все делал, и ничего не получилось. Ну, не получилось, значит, талантливый остался, а гением не стал. Правильно? Вот это очень важное развлечение. Гений – это человек, который способствовал общественному развитию, общественному прогрессу. Ну а Гитлер способствовал деградации и регрессу. Очень талантливо придумал сжигать людей в газовых печах. Талантливо, молодец. Здорово получалось. Многих прижигал. И организовал это дело на высоком уровне. Вы бы, мало кто найдется, кто так бы организовал. Но это несовместимо с с понятием гений. А Сталин? А Сталин? Сталин, конечно, продвинул человечество вперед. Сравните, так сказать, что происходило, как развивалась бурно наша страна. Все, что, чем мы сейчас гордимся, вообще в России, связано с эпохой Сталина. Все. И сельское хозяйство, которое было не такое, что из Бангладеш надо картошку и капусту везти, или из Израиля помидоры. И ракеты космические, и те, которые стоят у нас, ракеты охраняют нашу мирную жизнь, потому что стоят С-18 ракеты, сатана, как ее звали, которые вот скоро, возможно, через несколько лет начнут заменяться. Их уже несколько раз продлевали, и все никак еще мы не можем сделать сейчас.
после Сталина такие ракеты, которые тоже были бы с разделяющимися боеголовками и могли бы сравниться с этими ракетами «Сатана». И в космос, как если вы знаете, вся космическая программа была в то время реализована. И вообще мощь нашей России, не случайно сейчас, поскольку, так сказать, самим-то не очень получается сделать или повторить, то мы все больше говорим, что мы преемница СССР. Мы действительно преемница юридически. Россия преемница СССР. Ну и, так сказать, мы можем, конечно, сказать, что мы и преемница еще и царской России. Дескать, Крым-то когда за него воевали? Что, при Сталине, что ли? Нет. Еще раньше. А когда сделали Исаакиевский собор? Да, там до Сталина еще далеко. О. А Екатерина подарила Таврический дворец Потемкину. А Потемкин Таврический, он там как раз в Крыму воевал. За Крым же подарила, можно сказать, да? Так что тут вот можно сказать, что нынешнее руководство, ну, как бы следует вот тем, так сказать, событиям, которые уходят далеко-далеко в историю. Ну, а если вы скажете, что есть такой какой-нибудь руководитель, у которого не было отрицательных моментов деятельности, назовите, пожалуйста, такого. Я не знаю. А? Владимир Путин. Нет, он никак не подпадает под эту категорию. У Владимира Путина представление вот в экономике примерно такое, как у либеральных экономистов, что рынок все сам решит. Но, поскольку Владимир Путин талантливый человек, безусловно, он на практике этому не следует. Потому что, значит, все говорится, все, рынок все решит, потом вдруг появляется космическая корпорация государственная. Не частная, а государственная корпорация. Она, конечно, частная с точки зрения того, что она принадлежит классу капиталистов, но она государственная. Потом есть у нас корпорация Ростехнологии. Тоже это не маленькая, не ларек. Есть у нас кораблестроительная корпорация. Есть у нас двигателестроительная. Только-только появилась, когда уже совсем стали разрушать двигателестроение. Завтра мы бы оказались вообще без двигателей. Тут и уже и товарищ Медведев тоже вслед за товарищем Путиным говорит: ну, мы, конечно, за уход из государства, из сферы экономики, но мы же не можем оставить двигателестроение в таком положении. Мы создаем двигателестроительную корпорацию. Как это называется? Это называется стыдливый государственно-монополистический капитализм. Делают хорошее и стыдятся. Я бы посоветовал там Владимиру Владимировичу делать это хорошее и не стыдиться. Вот и все. Потому что вы прекрасно понимаете, что, скажем, подводная лодка делается 10 лет. Никакой мелкий бизнес, про который все время вспоминают наверху, говорят, недавно Дворкович говорит, а нельзя ли, говорит, вот мы с машин будем продавать. Но только надо правила санитарии. Какие правила санитарии можно соблюсти, если вы будете с машин продавать? Не надо кошмарить мелкий бизнес, а то вам не нравится, что туда все время там кур сначала окунут в хлорку, потом достанут, а беленькие становятся. Потом его завернут в целлофан и продают. Вам это не нравится. А Владимир Анатольевич, а тут начинает СЭС проверять. И это кошмарит этот бизнес. Да это не бизнес, это вообще яд для народа. Какой это бизнес? Бизнес вообще это же дело, если переводить на русский язык. А если вы просто деньги себе выжимаете из людей? И это разве дело, что у нас все молокосодержащие продукты на 50% в наших продуктах заменены на что? На пальмовое масло. А почему? Ну, оно, конечно, вредное. Почему? Потому что пальмовое масло усваивается при температуре 39 градусов. Если у вас уж вы сильно заболеете, покупайте тортики, покупайте все эти конфеточки, которые с пальмовым маслом. Сейчас все с пальмовым. Тульские пряники теперь с пальмовым маслом. В поездах продавали печенье юбилейное с пальмовым маслом. Пряники кругленькие такие были, очень хорошие, мятные, с пальмовым маслом. Почитайте там, что написано. Я читаю, у меня, так сказать, зрение не очень хорошее, я в очках ходил почти всю жизнь, но я вблизи читаю хорошо. Но вас я вижу. Я все замечаю, что вы там делаете. А почему? Потому что пальмовое масло в 5 раз дешевле сливочного. 5 раз. И вот я, этот мелкий бизнесмен. И мне сказали, что хочешь, то и делай. Свобода. Что хочешь, то и производи. Я молоко-то куда? В стороночку, сюда пальмовое масло. Его там возят и возят из Африки. Там пальм много,
для нас, дураков. И мы, значит, это пальмовое масло собираем, а потом, значит, одного живота, другого живота, третьего живота. Так а что вы хотите? Это вы еще мало набрались этих самых разрыхлителей, усилителей вкуса. А с течением жизни я, например, уже набрал очень много. Я теперь внимательно читаю, когда подхожу к этому иконостасу колбасному. Говорю, а есть ли хоть одна колбаса, в которой нет сои? И представьте себе, нахожу. А? Какая? Итальянская. Я Богородскую нахожу. Вы далеко идете. Я же вот тут ближе к Богу. Богородская колбаса. Там написано 83% мяса. А черкизовская 97%. Но я бы назвал эту колбасу студенческой, потому что вам она не по карману. Потому что она очень дорогая. Дескать, а вы, студенты, обойдетесь. Вот. Даже в советское время был такой анекдот. Советские люди едят отдельную колбасу. Отдельные люди едят советскую колбасу. А советская колбаса это была твердо копченая из хорошего мяса. Колбаса. Но вы это не помните. Это мрачные итоги тоталитаризма и культа личности. Но мы постепенно от них освобождаемся. Это трудно, но мы освобождаемся. Но освободиться ни один человек от недостатков не может. Не может. Мне в свое время приходилось в течение 5 часов в прямом эфире спорить с рядом известных вам фигур. Это Чатров, подлинная его фамилия Маршав, Маршак, это драматург. Это Геннадий Леонтьевич Соболев, вон там его фотография. А я когда был в ВПК, он у меня даже руководителем был, когда я получал по истории диплом. Но он тогда был вот с той стороны, мы так с ним спорили там, спорили. Спор же не предполагает драку, да? Вот. Был еще один доктор исторических наук из педагогического университета. И был Логинов, соавтор, доктор исторических наук, соавтор Шатрова по фильму «6 июля» и «Доверие». И вот у нас была дискуссия как раз вот на эту тему, которую вы подняли по поводу Сталина. Значит, ну поскольку у нас было 5 часов в прямом эфире, и ситуация была такая, что их было вот 4, а я был один, и тогда был я кандидат экономических наук, а чай нам давали, я минут 40 пил чай. Потому что, вот, скажем, как-то встрять и, так сказать, начать что-то говорить, когда там 4 все обсуждают, так здорово, на какой камень Ленин наступил, как он в Смольный шел. Это вот лениноведы, они, не путайте это с ленинизмом, они знают, где какой камень. Сел он на трамвай, когда поехал в Смольный, или так они с рабочим и прошли пешком. Короче говоря, это вот подлежит дальнейшему изучению, и тут я ничего не мог сказать. И вот обсуждали, начали уже люди звонить. А что там у вас один сидит, только пьет чай? А я знал, что ну, минут через 40-50 они все это выскажут и, наконец, обратятся ко мне. Тут я тогда и начну. А я начал то, что и вам говорю. Ну, хорошо. Вот скажите мне, пожалуйста, ну, издалека, конечно, как, вот, как полагается вообще с точки зрения философии, издалека. Вот скажите, пожалуйста, народ, это вы уважаете народ? Народ уважаете? Уважаете. А у народа есть недостатки? Есть. А недостатки проявляются в действиях? Проявлять. Значит, от народа можно ожидать каких-то действий негативных, отрицательных, регрессивных, реакционных? Или мы будем комплименты только народу делать? Если вы из народа, то у вас все хорошо. У вас все правильно, все отлично. Да? Ну, так со мной товарищи согласились. Вообще, как они не согласятся? Так, с интересом слушают. Мы далеко куда-то заведено. Вроде тут ни о ком даже и речи не идет. Хорошо. А вот лучшая часть народа, самый передовой класс, рабочий класс. Он передовой? Передовой. А у него недостатки есть? Ну, хоть он и передовой, но недостатки у него есть. Что? Вот, например, всем известно, рабочий класс, он тоже выпить не дурак. Так? Есть такое выражение? В поэзии даже закреплено. А это разве положительная черта? Нет. И что, не бывает таких рабочих, которые
думает не о том, как лучше сделать для страны и в советское время, а думает о том, как побольше, поменьше дать обществу и побольше взять от него. О них еще Ленин писал. Сколько таких мерзавцев есть, которые стремятся дать обществу поменьше и похуже, и взять у него побольше и получше. Это про кого он говорил? Только про тех, которые сидят на каких-то местах, или прямо, вот, так сказать, про рабочих? Про рабочих. В том числе конкретно работников типографии, которые, черт их что, как все наделали, когда издавали материалы первого конгресса Коминтерна. К первому конгрессу Коминтерна. Рабочий класс создал свой авангард. Как его называют? Ум, честь и совесть нашей эпохи. Да? И что, ум, честь и совесть нашей эпохи, вот этот авангард, у него что, нет? В рабочем классе есть недостаток, а в авангарде рабочего класса нет? Вы верите в это? Нет, и я не верю. И товарищи, которые со мной беседовали, мы так мирно дальше продолжали беседовать, они тоже согласились, что при всей положительности своей деятельности, ну, авангард рабочего класса имеет отрицание. И это отрицание потом себя проявило уже в наше время, да? Как оно превратилось из отрицания вообще в главное после 56-61 года. И партия перевернулась из партии рабочего класса. Ну, она не объявила, что она партия против рабочего класса. Она написала, что она партия всего народа на 22-м съезде. Это было в 61-м году. А в 62-м расстреляли рабочих в Новочеркасске, которые всего лишь требовали не повышать цены и не снижать расценки. Расстреляли, в частности, расстреляли детей этих рабочих, которые висели на деревьях, смотрели это все. Тоже погибли. И зачинщиков расстреляли по решению суда, по указанию Хрущева. Это не репрессии? Тем более мы знаем, что Никита Хрущев в репрессиях участвовал очень активно. Ну так вот, значит, партия имеет, она цвет рабочего класса, авангард. Ну а в партии собираются люди на съезд. Наверное, не худшие собираются, как вы считаете? На съезд-то не худшие, лучшие собираются. Вот эти самые лучшие, они что, собираются вот и того. Но это съезд же партии, если у партии есть недостатки, то съезд разве не отражает вообще партию такой, какой она есть? Конечно, там недостатков уже меньше, а достоинств больше. Но есть же это отрицание. Берем дальше Центральный комитет. Его избрали на съезде. В Центральном комитете еще меньше недостатков, но есть. И, наконец, избирается генеральный секретарь. И что, у него нету отрицательных? Есть. Если он плоть от плоти этой самой партии. В итоге что мы получаем? Что деятельность любого лица, в том числе и Сталина, конечно, противоречива. И вы должны в этой деятельности различать то, что определяющим является и главным, а главным определяется то, что, конечно, он был руководителем коммунистической партии, и те успехи, которые были у страны, связаны во многом с его, и прежде всего, с его деятельностью. Что показали дальнейшие события, когда мы потеряли, скажем, такого руководителя. Все пошло кувырком. Начиная с 1961 года, начался переходный период от социализма к капитализму. И пришли к тому, что у вас стипендия 1450 рублей. С чем я вас и поздравляю. Вот это и есть репрессии против студентов. Потому что вы вообще должны были сегодня не прийти. Потому что, как мне объяснили популярно вот здесь присутствующие девушки, что это вам хватает на неделю. А чего вы пришли? Кончилось же у вас деньги все. А вы пришли, или вы как это Савченко, Надежда, что-то какие-то вкалывает вам, кто-то что-то. Как вы вообще приходите-то на лекции? Я не знаю. Как можно прожить на эту стипендию? Я бы давно умер. Или студенты пошли такие необыкновенные. Вроде как вам и вообще стипендия не нужна. Не нужна, потому что это вообще не стипендия. Что это такое вообще? Это издевательство. Средняя зарплата в государственном аппарате 96 тысяч рублей. Миллиардеры у нас есть? А стипендии такие. Ни одной нет страны в мире сейчас капиталистической, в которой была бы плоская система налогообложения. Ни одной. А у нас временно плоская. Временно. Но вы же знаете, что временно – это самое такое постоянное.
А у нас плоская система или регрессивная? Самые большие доходы у нас от труда или от собственности? Как вы считаете? От собственности. Если я вот собственник 15 заводов, у меня 16 миллиардов рублей. Какой я со своего дохода плачу налог? Как вы думаете? Какой процент? А? 13? Нет, молодой человек. Плохо вы думаете о собственниках. Неужели они, хозяева жизни, сами себе сделали столько, сколько вот ваши родители получают? Вы у кого есть вот сейчас вот? Откройте там доход на дивиденды. И сразу увидите процент 9%. 9. И между прочим, когда подаются декларации о доходах, никто не называет эти, сколько у кого акций, на какую сумму. А пишут квартира, там, машина «Жигули». Там и столько-то вот на книжке. Это на книжке. А если у меня 10 миллиардов, это акции. Это не фигурирует декларация доходов. Так что вопрос у вас правильный. Имеете право его задать, я имею право на него ответить. А вы имеете право, как меня учили, так. Выслушай и сделай по-своему. Очень мудро, потому что особенно это по отношению к старшему поколению, для них надо, чтобы вы вот выслушали. Вы выслушали, дальше вот делать, что хотите. Уже никто вас ругать не будет. А если вы даже не выслушиваете, ну это черти что. Черти что. Так, идем. Значит, мы зафиксировали с вами, что вот такой великий философ, как Кант, и тот допускал сползание к агностицизму. И поэтому, так сказать, на позиции стоящей агностицизма человек, конечно, не может быть тем человеком, который может свободно заниматься познанием действительности. Поэтому эта позиция не является той позицией, которая является позицией ученого. Ученый, потому и ученый, что он стремится к все более полному познанию мира, материи. Все поэтому ученые, все естествоиспытатели, как правило, стихийные материалисты. И они, раз уж они ученые, они считают, что мы познать можем истину. Но не так иногда, вот, что его схватишь, потому что, например, элементарные частицы, они же не видны ни в какой микроскоп. Тогда придумали, что они вот так через камеру, в которой газ проходит, и остается след. Знаете, как самолеты, когда летят, то вот на небе остаются следы. И вот в этой самой камере остаются следы, которые порождаются движением, прохождением этих элементарных частиц. То есть познать можно, но не так, чтобы вот это на поверхности лежало. То есть это сложно познавать. И очень сложно познавать, потому что для познания нужно использовать приборы, а приборы вносят помехи. Чем мельче частицы и чем точнее познание, тем больше помех этому познанию дают эти приборы. Поэтому приходится это учитывать и делать на это скидку, и целая проблема возникает, что надо вообще в саму методику познания включить, как изъять вот эту помеху, которую эти приборы делают. Но последовательный материализм ничего общего с агностицизмом не имеет. Почему? Потому что материализм стоит на той позиции, что вся материя, и он просто констатирует этот факт, обладает свойством отражения. Правильно? Вот вы сидите, думаете, ничего не отражаете. Вы с собственным телом давите на стул, на кресло, а кресло противоположное отражает это давление. И противоположное, если вы благодаря этому вы удерживаете, никуда не проваливаетесь, правильно? Или вы стоите, вот я сейчас стою за кафедрой, я стою, а разве противоположная сила не действует? Она отражает ту силу тяжести, с которой я давлю на пол. Мячик вы бросите в стенку, он что, так и завязнет в этой стене или отразится? Отразится, правильно? Отряд, который наступает на врага, вот он наступает, а этот враг взял и отразил. Что значит отразил?
то есть он ответную реакцию имеет на вот это действие. Лучи упали на поверхность озера, и они от поверхности озера отразились. Вся материя имеет свойство отражать материю, тоже всю. Ну, в какой степени, этим мы сейчас не занимаемся, правильно? В какой степени, как? Но вся материя обладает свойством отражения. И наше сознание, а мы с вами, с чем я вас уже поздравлял, и еще раз поздравляю, нам повезло, мы относимся к высшей форме развития материи, обладающей сознанием. Кошка вот не относится, лошадь не относится. И поэтому считается, что вот верхом на лошади ездить можно, а на людях вот это уже не очень. Хотя у нас уже велорикши появились и в Ленинграде. Можете дойти до Дворцовой, там уже смогут прокатить. То есть элементы езды на людях у нас уже есть. Но чтобы верхом кто-то ехал, я еще не видел. Ну, детей везут, конечно, но это естественно. Дети всегда ездят верхом на родителях. Даже когда это не в буквальном виде выражает себя. И считается, это никакая не эксплуатация. Это же, говорит, свои родители, так все у них можно взять. Армянское радио спрашивает, кто такие сволочи? Армянское радио отвечает, сволочи – это родители, которые не содержат детей до пенсии. Хороший отец и дети. Да, конечно. Но мы-то знаем, что здесь сидящие будут потом содержать своих родителей. И на самом деле... Что такое выплата пенсии? Это те люди, которые сейчас не работают, и которые раньше все создавали, все материальные блага, находятся сейчас на содержании у нового поколения, которое сейчас трудится. Поэтому все, кто трудится, они практически обеспечивают старшее поколение. Так что хоть и говорят про родителей, но мы ведь знаем и другую сторону этого дела. Конечно, дети, родители потом будут содержать. Не только своих, а вообще все следующее поколение... Вернее, предыдущие поколения будут содержать. Ну вот из того, что материя вся обладает свойством отражения, никак не следует, что это свойство отражения, оно рядом находится с самой материей, правильно? И сознание, как развитое это свойство, тоже не находится рядом с сознанием. Поэтому это еще раз подчеркивает, еще раз только разъясняет ту мысль, которую я в самом начале высказал, что имеет место единство мира. И это единство мира в его материальности. Нету никакого сознания рядом. Нету никакой мысли рядом с человеком. Это мысли самого человека. Потому что если вы идете в парикмахерскую и вам подстригают, то тогда вот ваши волосы находятся рядом с вами, ну, рядом с вами на полу. Но с мыслями не так. Никого еще так не подстригает, чтобы его мысли мыли. А вот высказать и эти свои мысли расположить на каком-нибудь носителе материальном, это можно сделать. Это вы можете написать рукопись, можете издать книгу, статью, да? Я вот опечален, что никто еще книгу не издал. А вы что ждете? Это чего? Когда собираетесь писать? Вы когда будете старики, что ли? Ну, кто-нибудь вам запрещает писать книги? Кто-нибудь запрещает писать книги вам? А чего вы не пишете? В процессе. Вот видите? Вот так бы и сказал. Я работаю над книгой. Какая книга, как название? Название рабочее пока. Пока никакое. Безымянное. Н. Сверху фамилия, имя, отчество. И там дальше N такое большое. И идет. Хорошо. Ну, не запрещают писать книги, правда, студентам? Я вообще такого не читал никогда, чтобы запрещали. Между прочим, а дипломную работу вам запрещают сейчас писать? Вот что думаете, если сейчас начать писать дипломную работу, она хуже будет, если вы по сравнению с той, которую вы начнете писать только на 4-м курсе? Как вы думаете?
Ну вот всякая бумага должна отлежаться. Не так? Это все знают. Даже есть такой закон трех гвоздей. Не знаете? А что вы знаете? Как вы без закона не знаете такой? Это же всеобщий закон. Вот вы работаете. Вам начальник прислал указание сделать то-то, то-то. Что надо сделать? Записать. И на первый гвоздь. И что еще? Ничего больше пока. Потом опять звонит. Вы там сделали то-то. Что надо сделать? Снять с первого гвоздя и на второй гвоздь повесить. А если начнет опять звонить и угрожать, снять надо со второго, повесить на третий и начинать делать. Ну, могут, кстати, поступить, когда оно висит на первом, на втором, и указания обратного характера. Вы там это начали делать? Да нет, еще вот... Ну и слава богу, и не надо это делать. Опытные люди знают, что не торопись делать, выполнять указания, потому что поступит указание прямо противоположное. Это все же диалектика. Поэтому вот вы сейчас написали свою дипломную работу, и пусть она лежит. На втором курсе будете почитывать, добавлять, исправлять, литературу новую вносить. На третьем курсе будете оттачивать ее. Ну вот Лев Толстой сколько раз переделывал свои книги? Переписывал. По сколько раз? Говорят, по 6. Он что, плохой писатель был? По-моему, хороший. А студент он сразу написал и думает, что он придет. Так, вы что, Львы Толстые? Круче, чем Лев Толстой? Так надо написать вот сейчас. И постепенно она будет вырастать вместе с вами. Вы развиваетесь, и ваш диплом развивается. И вот он. Потом у вас движение должно быть от первой главы к второй главе или от целого к целому? Развитие идет от целого к целому или от части к целому? А? От части к целому, говорит товарищ. Я обращаюсь к женской половине нашего коллектива. Скажите, пожалуйста, вот человеческий зародыш, он как развивается? Сначала нога, потом печенка, потом где-то правая рука. Или все время, так сказать, все больше и больше, все клеток больше, и постепенно он там больше похож сначала на рыбу, потом больше похож на какое-то животное, а потом уже начинает похож на человека. Разве не от целого к целому? Молодой человек, части лишь от рук, от целого к целому идет развитие. Вот вы от себя к себе развиваетесь, от себя ко мне? Или от руки к голове? Или от головы к ноге вы развиваетесь? Сейчас вы от головы к ноге развиваетесь? Ну а что вы говорите тогда от части к целому? Вы же целиком развиваетесь сейчас, или нет? Ну, слава Богу. А то я уже испугался, что вы как что-то с вами сейчас будет. Сейчас выпадет какая-нибудь, или нога, или рука что-то отскочит. Развитие идет, дорогие товарищи. Если Иванов развивается от Иванова к Иванову, не к Петрову. Если он стал Петровым, надо уже документы менять. Это уже не Иванов развивается. Нет Иванова, умер. Развитие идет от целого. Но это мы еще на этом остановимся, это еще впереди. Сейчас нам вот важно, вроде это и простая мысль о единстве мира, а с другой стороны, посмотрите, тут сколько тут моментов. Причем для себя окончательно решив, что мир единый и материален, мы должны разбираться в разных уровнях организации материи. Правильно? Есть элементарные частицы. Или плазма. Что такое плазма? Когда никаких ни атомов, ни, по крайней мере, молекул нету. Все молекулы уже при высокой температуре распадаются. И это нагретое вещество представляет собой поток. Или атомов, или даже не атомов, или отдельных ядер и частиц. Так? Причем частицы могут быть все мельче и мельче. Вот сейчас различают уже не только кварки, но и бозоны, и фермионы, и уже частицы волны. То есть она выступает и как волна, и как частица. Вроде идет поток, он и массы не имеет, и в то же время оказывает давление. Но это мы углубляемся уже в сферу физики. Физика этим занимается специально, а мы можем пока констатировать, что есть такая форма, которая организации материи, которой специально занимается физика. Но дело-то не в физике, а дело в самой форме, что она вот такой уровень имеет материи. И эти все частицы, они не только есть в такой форме, но они в связанной форме, там, как элементарные частицы, из которых составлены более
крупные какие-то образования, они везде присутствуют, правда? Частицы присутствуют там в ядрах, присутствуют они в молекулах, потом присутствуют в телах, поскольку они присутствуют в молекулах и так далее. Так вот, физическая форма движения материи и физическая форма ее организации. Материя, вот если вы возьмете Солнце, что там есть молекулы? При тех температурах, которые на Солнце. Хорошо, что мы от Солнца далеко. И хорошо, что у нас есть атмосфера. Потому что если бы не было атмосферы, которая задерживает солнечные лучи и пропускает мало ультрафиолетовых лучей, от которых мы только загораем, они сгораем дотла. А так можно сгореть дотла. Как вы думаете, если бы вы находились на верхней оболочке атмосферы и, так сказать, вышли туда в плавках или в купальнике? Это был бы последний выход. Но красиво было бы. Красиво жизнь прожил. Следующая форма организации материи. Какая? Это вот создание из различных атомов, из разных атомов, разных элементов, молекул. Но это вот великое завоевание сделал наш русский ученый Дмитрий Иванович Менделеев, что он открыл систему, периодическую систему элементов. Он открыл для всего мира, ну, как всегда бывает, памятник видели хоть какой-нибудь в Ленинграде, Менделееву-то? Где? А? Видели? Где? Вот, на Волковском кладбище. Действительно, он открыл, всемирное сделал открытие, периодическую систему элементов Менделеева, по ней можно определять, было еще не открытые элементы предсказывать, потому что вот уже известно, какой у них вес атомный и скольки протонов состоит ядро этого элемента. А вот я знаю памятник есть ему у технологического института. Там вот если повернетесь, так вот если вы идете по Московскому проспекту в сторону Сенной, дойдете до технологического института, повернете налево, и там во дворе он там сидит около своей таблицы. А что он там делает? А чтобы не увидели его. Поэтому никто обычно его и не видит. Да и Ломоносов был такой маленький, знаете, там где вот идет перинная линия, и так она, Ломоносовская линия, она пересекает фонтанку. И перед фонтанкой там такой маленький-маленький Ломоносов, на нем все время отдыхают голуби. Это вот новый у нас памятник, это великое дело. Но как всегда водится, давайте, говорит, на Менделеевской линии поставим памятник Ломоносову. А почему на Ломоносовской линии не поставить памятник Менделееву? Ну теперь уже вроде как, уж теперь Менделееву непонятно, как ставить. Почему не поставили памятник Менделееву? Слишком крупный ученый был. Но от этого, от того, что ему поставили памятник, не поставили памятник. Что является памятником Менделееву? Скажите, пожалуйста. Совершенно верно. Он памятник себе возник нерукотворный. И Пушкин себе поставил памятник. Будут эти стоять памятники, не будут стоять. Памятник есть и Менделеев, все великие люди, гениальные. Они себе памятники раздвигают при жизни. Причем эти памятники, это, так сказать, развитие самого человечества. Их невозможно отнять, нельзя их обрушить, эти памятники. Ну вот, скажем, как ленинизм то же самое. Можно его обрушить, если там на Украине какой-нибудь памятник разрушен. Ну это так как бы подчеркивает еще раз. Кто вообще создатель-то Незалежной Украины? До Ленина была Незалежная Украина самостоятельно? Не было же ее? Малороссия-то была, а Украина-то не была. Надо у каждого памятника табличку написать. Памятник основателю Незалежной Украины Владимиру Ленину. Там уже начали вот вышиванки одевать вот некоторые. Это надо, это хорошо. Но только табличку надо еще сделать. Ну, а как вы думаете, вот, скажем,
учение Ленина, оно зависит от того, сколько памятников? Абсолютно не зависит. Абсолютно. Порвали пальто у финляндского вокзала. Ну, восстановили за 7 миллионов пальто за счет городского бюджета. Да и все, все дела. В чем проблема? А как некоторые не читали Ленина, так и не читают. Они не знают, что он там писал. Чем им памятник поможет? Он еще даже некоторым помогал. Они придут, какие-нибудь гвоздички положат, и читать не надо. Красота. А так вот, заставить же читать. В свое время мне приходилось проверять, как изучают, идут занятия в системе партийной учебы. Поскольку я работал на общественных началах в университете марксизма на полставке ленинизма Ленинградского обкома партии. И вот я прихожу на красный треугольник. И товарищ сидит, вот вроде вас, который 20 лет был в системе партийной учебы. Я говорю, хоть какую-нибудь книгу Ленина одну прочитали? Нет. Статью? Нет. А что вы делали 20 лет? 20 лет занимались, изображали изучение, ничего Ленина не знают. Историки были, которые 5 лет проучатся, тоже Ленина не знают. А Ленин это же уникальный такой вот был человек, который одновременно был и теоретик, и практик, и публицист, который описывал весь ход борьбы со всеми ее противоречиями, не разделяя на философию, политэкономию, научный коммунизм и на прочие столбики, с помощью которых пытаются как-нибудь осознать. Сколько можно прочитать за год томов Ленина? Я, поскольку все прочитал, могу вам доложить. За год, а считается, что вот историки учились 5 лет. Ну, философы то же самое. Экономисты то же самое. 5 лет. Сколько в году недель? Ну, примерно. Около 50, да? Около 50 недель. Значит, сколько нужно, чтобы один том Ленина прочитать и законспектировать? Ну, неделя. Я точно знаю, я читал и конспектировал. Спокойно. За неделю 550 страниц. Если ничего не делать больше. Ничего не делать. Вот читайте, чтобы больше ничего не делать. Только читайте и конспектируйте. Сколько к концу года будет? 50 томов. Докладываю, что в полном собрании сочинений 45 томов. Это статьи и какие-то научные работы. И еще 10 томов писем. Ну, письма, во-первых, можно и не читать, или не в первую очередь читать. Ну, 55. Ну, вот за год с небольшим вы прочитаете все полное собрание сочинений Ленина. И, конечно, вы же понимаете, что вы на каком уровне будете стоять по сравнению там с другими. Ну, как-то так время идет. И вот так получилось, что те таких людей, которые прочитали Ленина целиком, если у нас и были они в период хрущевский, то я не знаю, я таких людей не знаю. Я в свое время прочитал, потому что мне все время тыкали, когда я был секретарем комсомольской организации на Матмейке. Вот это у вас не ленинское, вот это у вас не ленинское, это не соответствует ленинизму. Я даже рассердился, думаю, я лучше прочитаю, да буду сам знать, чего там соответствует, чего нет. И я выяснил, что меня неправильно тыкали-то. Точно так же, скажем, вот человек меня спрашивали, а как вот стать марксистом? Ну возьми и прочитай «Капитал» Маркса. В чем проблема? Вот я, например, у нас был курс политэкономии, я начал изучать на четвертом курсе, на матмехе. Но я понимаю, что время надо экономить. Вот я читал только, Маркса читал только во время лекций и семинарских занятий по политэкономии. Только, исключительно. Как только вот звонок на лекцию, я сразу открываю «Капитал» и по плану своему читаю. Как только семинарское занятие, ну, на лекции никто ко мне не приставал. Тем более, что я иногда читал не на самой лекции, а просто пошел в библиотеку и читаю. Но строго читал в это время, я не пропускал. На семинарских занятиях приходит у нас очень злая была женщина, которая требовала изучать «Капитал» страшно. Что вы читаете? «Капитал». А, читайте. Потом я в партию вступил. Сижу на партсобрании, читаю Ленина. Говорит, а что вы там читаете? Из президиума. Ленина читаю? А, читаю. Докладываю, что я первый и второй том «Капитала» прочитал только на занятиях в университете. Только ни одной секунды не потратил времени на чтение «Капитала», кроме как на занятиях по политэкономии. Но вот третий том пришлось по воскресеньям читать. Ну, я в Сиверской был на
на отдыхе летом, и я ее прочитал. Ничего страшного. Можно прочитать. Короче говоря, тот, кто хочет что-нибудь сделать, он делает. А тот, кто не делает, он объясняет, почему он это не сделал. У нас был такой профессор Залгалер, математик. Он говорил, есть два рода людей. Одни делают, а другие объясняют, почему они это не сделали. Из вторых выходит администратор кинотеатров, а из первых великие ученые, государственные деятели, политики и так далее. Вот это надо иметь в виду. Ну, это к вопросу о том, как подходить к этому познанию этой самой материи. Потому что познание материи – это сложная задача. И, конечно, безусловно, надо использовать то обстоятельство, что есть великие люди, и лучше стоять на их плечах, чем на плечах пигмеев. Так, итак, мы с вами добрались до химического понятия материи. Это для досоединения атомов в молекулы. И этот уровень может касаться только таких соединений, которые характерны для неорганических веществ, да? Для того, что характерно для каких-то таких элементов, которые непосредственно существуют в природе без сложных химических реакций. Но вы с вами изучали их органическую химию, да? И хотя речь там идет не обязательно уже об организмах, но это идет речь о таких молекулах, которые имеются в организме у людей или которые могут потом привести к созданию живых существ. Вот пока еще это не жизнь, пока это не живые существа, это еще какой уровень развития материи? Органический, да? Но не биологический. То есть это химический еще уровень развития материи. Всякое передвижение и перемещение – это какой уровень организации материи? Это механическое движение, механическое перемещение. Есть механическое перемещение в отношении атомов и молекул. Скажем, атомы двигаются во время реакции химической. А есть перемещение небесных тел. Вот мы с вами сидим, а Земля вращается вокруг своей оси. Это, так сказать, не спрашивая нас, болит у нас от этого голова или нет. Закружимся мы на этой карусели или нет. Ну, как-то так вот, вроде попривыкли, и ничего. Так сказать, хотя каждый с большой скоростью идет вращение. Такая большая Земля за одни сутки всего обращается вокруг своей оси. Скорее даже наоборот, сутки – это то время, за которое Земля обращается вокруг своей оси. Но при этом Земля еще и движется вокруг Солнца, и вот сейчас она уже приближается ближе уже к Солнцу, и вот поскольку у нас наклонная ось вращения Земли, то она постепенно поворачивается в сторону Солнца, и у нас уже Солнца больше, и свету больше, и, так сказать, мы движемся по этой оси с большой скоростью опять же, и ничего, и не боимся. Ничто нам при этом не мешает, нас защищает атмосфера. Вот. И даже люди, которые под нами там в Америке, они хоть и кверх ногами по отношению к нам, но они тоже так спокойно не падают вниз куда-то дальше, потому что падать некуда. Потому что падать можно только на землю. А глубоко в землю мы и не зарываемся, мы знаем, что так магма там. Если мы к Солнцу не подходим близко, то не надо туда тоже залезать, по крайней мере, без соответствующих средств защиты, потому что мы знаем, что иногда из вулканов вырывается эта самая расплавленная магма. Это то состояние, в котором находится наша Земля, там поглубже, под корой земной. Поэтому, так сказать, так место мы себе выбрали хорошее, и не там, где можно сгореть, и не там, где можно сгореть, хорошее. И здесь проходят такие реакции, которые приводят к образованию, или привели давно. Эта история вроде бы и не изучает, потому что это, так сказать, к образованию вообще, к появлению относятся живых веществ, живых существ. А привело это к появлению жизни. А жизнь – это что? Кто-нибудь знает, что такое жизнь? Или вы скажете просто, да разве это жизнь? Чего о ней говорить? Кто-нибудь знает, что такое жизнь здесь? Ну, что такое смерть, все знают, я не спрашиваю.
Про жизнь-то что-нибудь вы знаете? Что такое грустная наверное, аудитория? А? Вот, способ существования белковых тел. Движение как? Движение вещества определенных. Ну, это определенных, это ведь не определенных. Движение. Я кинул вам этот кусок палки в вашу сторону. Это будет движение органическое. Это жизнь, когда вам по голове попадет? Не знаю. Вот способ существования белковых тел. Причем какой способ? Состоящий в обмене. В обмене с внешней средой. Причем этот обмен регулирует вот это самое это образование белковое. Правильно? Хотя нынешние новые исследования, которые есть, особенно в области генетики, наверное, требуют того, чтобы мы больше углубились в понимание жизни. Тем более не останавливаясь на таких формулировках, что это вот такое просто движение каких-то там органических веществ. Какое движение, куда движение. Вот. Знаете, как иногда кидают яйцами в того, кто не нравится, в политике так бывает. Или гнилыми помидорами. Если гнилые помидоры куда-то летят в какого-нибудь депутата, это что? Это жизнь? Ну да, это проявление, конечно, жизни и политики. Тоже это есть. Регулятором выступает вот сам этот белок. Не внешний какой-то регулятор, не кто там толкает или двигает, а именно само это образование, это сложная, сложно организованная материя, в которой идут какие процессы? И химические, и органические, и механические, и физические. Правда? В том числе электрические. Идут? Идут. Вот, скажем, возьмем человека. Кто хочет быть подопытным человеком? Есть желающие? Страдает за народ. Вот вы, да? У вас, кстати, идут электрические процессы в вашем организме? А? Ну, почему только по идее? Это вы уклоняетесь от... Я вас поэтому и попросил. А? Вы что, не знаете, что энцефалограмму, если вам сделать, то будет не по идее, а будет просто вот график, как у вас там электрические сигналы действуют в вашем мозгу. Вы что, не знаете такого? Что значит по идее? Вы хотите сказать, что по идее да, а на самом деле нет? Или по идее и на самом деле да? Что это за такой вопрос такой? Что за ответ? Допустим, что на самом деле. Допустим, что на самом деле? Или не допустим, чтобы не было на самом деле? Давайте не допустим, чтобы не было, потому что всем известно, что в организме человека имеются, причем в мозгу, имеются электрические сигналы. Кто не знает? Поднимите руку. Один вы еще не знаете только. Поэтому я вас и попросил, как самого смелого. Так, второе. Химические процессы у вас идут? Конечно. В организме? Идут. Конечно. После завтрака особенно идут. Так, хорошо, закусить. Так. А вот вы головой сейчас помахали. Это какой процесс? Что? Головой так помахали. Это какой процесс? Физический. Механический. Вы же не особенно думали, как махать туда, сюда. У вас такой план. Не было плана. Просто вы помахали и все. А вы шибко умный я. А умище куда я дену? Вот. Такой вот родился. Мы люди скромные, за словом в карман не полезем. Нас обучали, и вы тоже обучаетесь, правильно? Вот, так что... Вы знаете, как вот хвалится философ, я вам рассказывал? Один говорит, я знаю мало. А второй? А я еще меньше. А тогда первый говорит, а я ничего не знаю. А второй? А я и этого не знаю. И он победил. Физические процессы идут, кроме электрических. Так, атомы у вас есть? Движение атомов есть? Что означает температура вашего тела? Движение атомов. Нет, это скорость движения молекул, дорогой товарищ. Это прямо атомы. Что, они у вас уже молекулы разложены на атомы, что ли? Ну, по определению все-таки температура – это скорость движения молекул. Ну, ладно, атомы тоже движутся. Не буду с вами спорить. Ну, то есть вот, так вы себя как считаете? Социальным существом? Вы задавали. Задавал. Так, вот я у вас тут всякие оригинальные ответы я хочу узнать. Вы-то социальное существо?
Конечно. Поскольку вы вступаете в общественные отношения, и наша вот беседа, она носит, конечно, общественный характер, безусловно. А сущность у вас какая? Подумайте. Ну вот если я вам задам вопрос, что вы животное или не животное, вы как ответите? Как бы животное. Что значит как бы? Человек отличается от животного. От животного? А что, вы растение, что ли? Растение точно отличается от животного. Или гриб? Гриб вот тут сильно отличается вроде от животного, потому что и голова есть, и нога одна есть, шляпа уже есть, головы только нет. И белок близкий к животному белку, знаете, у грибов. Почему? Потому что грибы – это такие растения, которые сами не имеют хлорофилловых зерен и сами не могут создавать белки. А перерабатывать более сложные, более элементарные белки, более сложные могут и доводят до уровня тех белков, которые есть вообще у животных. Но вы не гриб и не растение. А что вам остается? Бактерии. А? Что? Бактерии. Ну, вам бываться больше некуда, так, если вы животное вы или нет? Получается, что животное. А что, вы стыдитесь, что вы животное, нет? А я тоже думаю, чего стыдиться? Я бы тоже так гордо сказал. Конечно, я животное, не растение же, не бревно же. Чего тут такое? Нормально совершенно. А как? Ну, другое дело, что животное, уже говорю, надо сказать, какое? Высшее. Так? Вы животное. А. Общественное. Б. Трудящееся. В. Говорящее. И С. Разумное. Я все про вас сказал, правильно? Примерно так. Опять примерно. Как вам мне угодить? Все только примерно. Я разве примерно или беспримерно сказал? Я думал, вы скажете, вот это беспримерно правильно, а вы как-то мне никак не даете вот самовыразиться. Как я не выражусь, все вы говорите, да, это где-то так, то ли так, то ли 22, то ли 3,79, то ли 4,15. И как-никак все время не хотите признать, что человек есть животное общественное, трудящееся, говорящее и разумное. Что тут не признавать? Ну, красное яблоко – это яблоко. Вы тоже будете говорить, да, вроде как, или нет? Или скажете, что это груша? А то ли ты не поймешь, что это красное? А? А то ли ты не поймешь, что это красное? Да я не спрашиваю. Я спрашиваю, это яблоко или нет? Ну, да. Ну, вот, видите, вот, наконец, вот я вас спросил, красное яблоко – это яблоко, и вы твердо сказали, яблоко. Вот это я понимаю. Я же не спрашиваю, какого цвета оно. Я спрашиваю, яблоко оно или нет. То есть вы все время уходите от бытия, это на философском языке, как выражается, к определенности. Я же не спрашиваю, вот если я спрашиваю, вы человека скажете, ну, бывают хорошие люди, бывают плохие люди. Так я не спрашиваю об этом. Я спрашиваю, вы человек или рыба? А вы скажете, нет, я человек. Это понятно, однозначно. А то вы скажете, допустим, я человек. Или, допустим, я не кошка. Ну и так далее. Это называется уклончивая форма ответа. На всякий случай. Потому что неизвестно, что ждать. Ничего хорошего ждать от меня, видимо, нечего, поэтому вы на всякий случай занимаете такую защитную позицию. Правильно? Потому что ждете, что раз лектор пришел, значит, обязательно какую-то гадость будет эти делать. Ну и не обязательно уж гадость, уж ладно. Ничего такого страшного-то сегодня не сказал. Или сказал? Ну, вроде нет. А вроде нет, да? Вот лектор сегодня выглядел вроде бы прилично. Обратите внимание, формулировочка. Сегодня вроде бы прилично. Вот так может получиться. Так, итак, значит, вот мы еще раз убедились в том, что человек как высшая форма организации материи, как социальная форма движения, человек имеется в виду не один человек, потому что один человек не человек, если он останется один, но только вместе с человечеством человек. Вот, и на мой поставленный вопрос, в чем сущность человека, вы, несмотря на то, что там туда-сюда ходили, так и не ответили. Сущность человека в чем? Но не в том, что он животное. Вот тут-то вы были правы. Вот тут, вот в этом вопросе, что, потому что вместо того, чтобы уклоняться от того, чтобы прямо сказать, что да, я животное, вы должны были подумать, что сущность-то ваша не в этом, что вы животное, правильно? И моя сущность не в том, что я животное, хотя я тоже животное. Вы-то можете себя и не считать животным, я-то все равно буду считать, что я животное. Не растение я, не бревно. Так сущность ваша в чем? Ну, только не о вас идет речь, а эти другие взволновались тоже. В чем же их сущность? Не можете сказать, ваша сущность, не можете сказать, в чем? В стремлении к познанию.
Стремление к познанию. Вот. А вы молчите все. Уже другие люди стремятся к познанию. А вы там сидите на третьем ряду. Зря. Про сущность ничего не можете сказать? Свою? Я же про чужую не спрашиваю. Про вашу спрашиваю. Ну, а сущность, я понимаю, ваше затруднение связано с тем, что мы еще это не изучали. Ну, молодец, он стоит, он, вот тут я его поддерживаю. Ну, так строго. Потому что на самом деле, забегая вперед, то есть, когда мы говорим о сущности, мы говорим не о том, что на поверхности, и не о том, что, вот, так сказать, только на лицо, а о том внутреннее богатство, которое существо человека выражает. А человека нельзя сводить к тому, что он животное, что, дескать, он есть то, что он есть. Вот если съел рыбу, я рыбный человек, если съел мясо, мясной человек. И съел, значит, что-нибудь такое постное, я постный человек и так далее. То есть сущность человека, что писал по этому поводу Карл Маркс? Он очень коротко говорил, сущность человека и друг его Энгельс в общественных отношениях. Правильно? И это не противоречит тому, что вы сказали. Вы стремитесь к познанию не изолированно сами по себе, а, во-первых, в университете. А университет – это, конечно, это узел, так сказать, в общественных отношениях, правильно? Сущность человека в отношениях с другими людьми. Да. И вот чтобы человека познать, вот вас, чтобы познать, я должен вас не просто как животное познавать, а еще познать, как люди другие на вас влияют и как вы влияете на других людей. Правильно? Вот если я вот этого не буду делать, то я и вас не познаю как общественное существо. Если я хочу вас познать как высшую общественную форму организации материи, то как же я без общества хочу вас познать? И вы правильно делали, что уклонялись от того, чтобы просто, так сказать, свести себя к тому, что вы животное. То есть вы, конечно, животное, как и я, но это только бытие. А сущность-то общественная, так? Вот. И красиво получается. Я говорю, конечно, животное, сущность моя общественная. Или там вот. Некоторые говорят, но мы в тельняшках. Это примерно то же самое. Когда говорят в тельняшках, имеется в виду, что это не просто полоски и не просто майка, да? А люди, которые в тельняшках, они в атаку смело идут. Не боятся. Ну, если бы были еще более высокие формы, вы их рассмотрели, но вот более высоких форм, чем та форма, которой мы с вами принадлежит, к счастью, нет. Поэтому я и говорю, что нам с вами повезло. А крысам не повезло. И гадам ползучим не повезло. Хотя они тоже животные. Тут уж ничего не поделаешь. А есть такие растения, которые ловят животных и едят их. Знаете? Мухоловка. А вы у нас под Ленинградской областью ничего не находили такого? Не ходите по болотам, что ли? Никто не видел ничего такого растения у нас в Ленинградской области на болотах, которое съедает животных. А? Кто? Мухи садятся. Да, мухи садятся куда? Как называется растение? Не знаете, да, росянка такая есть. Вот такая ладошка, только вот, так, вот такого размера. Маленькая, и такое это впечатление, что прям вот роса там. Капелька росы на нем. И маленькие-маленькие-маленькие ворсинки. Ну, муха, наверное, не съедает. Мушек, наверное, съедает. Комаров. Комаров их же много. И это только они вам помогают, эти растения. Комарик сел туда, увидел этот. Или мушка маленькая села. И вот эта ладошка, он сразу прилип, потому что это оказалась такая клеевидная капля, а вовсе не вода. И вот она потом, эта ладошка начинает так, медленно-медленно двигаться. А потом также вот через некоторое время медленно-медленно-медленно раскрывается, и ничего там нету. И обходится без всякого желудка, все растворилось. И поглотила, хотя, скажем, можно увидеть там в оранжерее, там есть такие растения, кувшины прямо целые, в которые какой-нибудь сунул свою, кто-нибудь прыгнул туда, и судьба его та же самая, что, ну, это в тропиках такое, у нас вот тут мелкими занимается.
Но чтобы человек куда-нибудь встал на какой-нибудь лист и его съел, растение, я таких не видел еще случаев. Тут у нас все хорошо, у нас тут нормально. Нормально. А вот если вы поедете в Тюмень, там, конечно, растения вас не съедят, но там мошка, так называемая, это страшное дело. Я там однажды, не зная, что это за мошка, и думая, что это что-то вроде наших комаров, когда мне старый говорит, да что вы там на солнце так стоите, надо одеваться. Я говорю, да нет, это ерунда, ничего. Потом у меня, как у Иисуса Христа, так и потоки крови были с ног. Знаете, как прямо как будто я вот где-то был на кресте. Они, оказывается, в отличие от наших комаров, не просто протыкают там носом и кровь пьют. Нет, они прямо кусками съедают кожу, и оттуда начинают прямо струи так идти. Так. Раз, 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 раз. И полтора месяца я еще лечил. Эти ноги, они все распухли. И тогда я стал видеть, что когда ты туда приезжаешь, там сразу вокруг тебя вот такой вот клубок вьется. Это поедатели людей. Это мошка пришла. Они страшные, что делают, оказывается. Вот если олень... Значит, попадет им, он от них бежит в воду, значит, вытаскивает, только торчит нос из воды от этой мошки. А они забивают ему нос, а олень умирает. Почему не могли убежать из заключенные из вот этих мест? Да потому что по дороге их съедят, эти самые мошки. Очень возможно. Или кого-то привязывали, это казнь такая была, обнаженного. И его до костей съедали эти самые мошки. Страшное дело. Но это все-таки не растение. Мы-то высшие, а съедают низшие. Так что надо понимать, что мы, конечно, выше их, но они могут нас съесть. Поэтому мы пытаемся защищаться от тех, кто нас может съесть. Короче говоря, мы разобрались, что есть самые разные уровни материи. И что нам теперь надо делать? Нам теперь надо разбираться не с материей, которая движется, а с движением этой материи. Видите разницу? Одно дело, вы киваете головой, это вы киваете головой, а другое дело – кивание вашей головы. Это процесс. Вот мы сейчас на следующей лекции, после перерыва, будем заниматься уже движением материи. Движениями материи. Перерыв.